ощущения приятные, когда выигрываешь, а другие ощущения по поводу стрельбы, я думаю, что очень тяжело бороться с такими соперниками, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, но поборол себя, и мне все понравилось. Конечно, финал был тяжелый, но я стартовал довольно неплохо, с хорошим результатом, оторвался сразу и довольно долго и до конца продержался с этим результатом и смог победить и одержать довольно неуверенную с 1-10 только, но все-таки остался первым.